Продолжительность жизни астраханцев увеличилась на 5 лет. Еще в 2005 году она составляла 65, а в 2013 уже 70 лет. Региональный Минздрав отчитался о работе за прошлый год. Отрицательная статистика тоже есть. Онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы все так же являются основными причинами смертности астраханцев. Заболевание сердечно-сосудистой системы по-прежнему остается основной причиной смертности в регионе. Тем не менее, по сравнению с 2005 годом, таких случаев стало меньше на 14%. За 9 лет в Астраханском регионе была сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи – первичная, консультативно-диагностическая и высокотехнологическая. Вы должны выстроить четкие подходы к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, отработать слаженный механизм взаимодействия всех включенных в систему структур. Астраханцы часто умирают и от онкозаболеваний. Тенденции к снижению количества заболевших раком не было с 2005 года. Своевременное обследование по-прежнему остается чуть ли не единственным шансом предотвратить печальные последствия заболевания раком. Большое внимание, по словам регионального министра здравоохранения, уделяется диспансеризации работающих граждан. Несмотря на разъяснительную работу, среди населения 5% или около 8 тысяч человек отказались от медицинских обследований. 650 человек от диспансеризации в целом. Сейчас в нашем регионе трудится свыше 5 тысяч врачей и около 9,5 тысяч медработников среднего звена. Тем не менее, квалифицированных кадров не хватает, отметил региональный министр здравоохранения. В основном это касается сел и отдаленных районов области. Задача подготовки высококвалифицированных медиков из числа астраханцев, способных работать на новом оборудовании, использовать по максимуму все его возможности, поставлена сегодня перед всеми учебными заведениями медицинского профиля региона. И для того, чтобы его решить в Астраханской области, так как в одночасье он не решается, в прошлом году по рекомендации нашей ассоциации на обучение по целевому направлению в медколледже Астраханской области были взяты 270 человек санитарчик, которые обучаются и которые точно мы знаем, что они придут на рабочее место. Астраханцы стали жить дольше. Еще в 2005 году средняя продолжительность жизни составляла 65 лет, в прошлом – 70. На этот год в планах регионального Минздрава строительство 5 крупных поликлиник. Точно известно, что одна из них будет расположена в Трусовском районе Астрахани. Проекты для оставшихся 4 пока не утверждены. Где они будут построены, станет известно позже. Александра Вострикова, Вячеслав Яромовский, Новости 24, Астрахань.